Всем привет! Меня зовут Ползов Вадим. Приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. Поздравляю всех с Днем Влюбленных, особенно в трейдинг. По этому поводу сейчас на Картель Маркете действуют специальные скидочки на трейдерские боксы. Заходите и выбирайте понравившиеся вам пакеты. Сегодня на разборе покажу и расскажу, как я сопровождаю сделки. Покажу один из примеров точки входа, как фиксируюсь. И если движение продолжается, то добавляю к уже открытой позиции. И постараюсь донести ту логику, которую преследую. Значит, на разборе монетка лид. Значит, контртрендовый вход. Воскресный вечер. Ситуация по биткоину. Мы с четверга пропадали и пятницу, далеко не откатив, встали в небольшое накопление. А вот эта монеточка в воскресенье дала неплохое такое движение. И вечером, когда биток начал понемногу сваливаться вниз, образовалась ситуация в моменте. Значит, у нас уровень вот 1.263 – это точка излома недавняя. Мы вылезли наверх, было сильное движение, и не получило оно продолжение. Монетка свалилась вниз. Значит, первая точка остановки, скажем так, после обратного движения, как триггерная точка, относительно которой смотреть, но с оглядкой на вот этот уровень 1.263. Значит, по точке входа я рассказывал, я жду, когда цена заходит за уровень. Здесь не лез на битке, было не очень интересно. А вот после попытки возобновления движения в лонг, движение обломали и нас завалили обратно под уровень. Значит, при заходе под уровень я жду тестирования, либо удержания цены под уровнем. И после теста в этот бар не полез, так как он был восходящий. Дождался вот этого бара 22.30. В моменте это выглядело вот так. 22.35 по закрытию бара, точка входа на шорт со стопом за 1.263. Значит, движение в шорт. Сделал скрин с терминала. 10-15-минутный таймфрейм для оптимальной ширины, скажем так, показа. Значит, точка входа. Стопик получился там за хай 15 минутки этой. Постояли в накоплении, да, вернемся сюда. То есть здесь точка входа. Вот в этом баре. До ночи постояли в накоплении, движение вниз не последовало, стоп оставил, частичная фиксация и лег спать, скажем так. Значит, что было далее? С утра на домашке движение состоялось, скажем так, вниз. Вернемся сюда. Значит, движение произошло. Меня немножко смутило то, что относительно вот этой точки сделали ложный пробой и потащили наверх. Поэтому, когда делал домашку, прикрыл часть и стопик поставил в безубыток. Безубыток выжил, то есть здесь четверть была зафиксирована. И далее в течение дня уже наблюдал вот этот вот подход. И после того, как
Опять цена зашла под локальную точку. Добавил к позиции в данной точке, да, по текущей цене получается. И поймал, скажем так, весь импульс движения, наблюдал за происходящим. Пока цена двигалась, не трогал. Опять-таки с ориентиром на то, что было слева, так как движение начало затормаживаться, частичная опять фиксация. Зафиксировал половину всего объема позиции и стопик поставил вот чуть выше вот этого хвостика, буквально на 1 копейку. До сих пор там стоит, пока живем. Значит, после еще небольшого движения чуть ниже, еще частичная фиксация. Опять-таки с ориентиром уже на вот эти вот экстремумы. Ну и так здесь, в принципе, зеркальность просматривается. Поэтому опять частичная фиксация. Сейчас в рынке 25% от общей позиции. Стопик живет. Надеюсь, что дальше выживет и последует дальнейшее движение вниз. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и по логике движения хотел немножко рассказать. Значит, когда мы заходим относительно какого-то уровня, в данном случае движение было, сделка была в шорт. При выходе цены под уровень, то есть под уровнем шорт со стопом за уровень, и далее я наблюдаю, чтобы формировалась какая-то структура на дальнейшее движение. По окончании импульса и начале отката, в начале отката фиксация. Если движение продолжается, опять жду начала какой-то коррекционной формации, да, для последующей фиксации. Ну и текущая ситуация. Инструмент встал в широкое накопление. Был небольшой, скажем так, вынос наверх. И опять мы встали в некие границы. Будем следить дальше, что будет продолжаться. Верхнюю границу можно отметить где-то здесь уже, потому что был выход, но относительно этого, да, этой границы был выход, и нас вернули обратно. Если нас возвращают обратно, я границы растягиваю до дальних краев. Если еще раз выйдем и вернемся, то также пошире сделаю, уже относительно них, ну, границ буду смотреть. Стопик 1.182. Пока живем. Посмотрим, что будет дальше. Пока вот кверху прижали и не особо откатываем. Но закрываться не буду. Все-таки поожидаю дальнейшего движения. Посмотрим, что будет на биткоине. Сегодня с учетом новостей по инфляции, возможно, ФРС проявит какие-нибудь свои взгляды на дальнейшее повышение ставки, поэтому посмотрим, что будет дальше с биткоином. Ну и с альтами ждем развития событий. Всем удачи, надеюсь, было интересно, и пока-пока.